Всем привет! У нас сегодня с нескольких каналов будет идти трансляция. Вот, сегодня мы решили, значит, вам презентовать тот проект, который запустили пару месяцев назад. И я думаю, что он вас впечатлит. Друзья, как меня слышно, скажите? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Все, супер. Ну, тогда начинаю. Значит, меня зовут Владислав Бермуда, кто меня не знает. Немного расскажу о себе, буквально в двух словах. 2 года назад, значит, так уж получилось, что я выиграл инвестиции и сделал первый в мире сервис, который совместил образование и потребительский рынок. Заключил контракты с Microsoft, с Sony, с Disney и сделал видеоплощадку, площадку по онлайн-образованию. Но на рынок онлайн-образования я не пошел, а пошел на рынок маркетинга, и мы стали первой в России компанией, которая позволила людям совершенно бесплатно образовываться по всей стране, причем от зарубежных и знаменитых экспертов. Сейчас, извините. Алло, что-то срочное? Я занят, я вебинар веду. Так, друзья, прошу прощения, думал, срочный звонок. Значит, и так уж получилось, что мы стали первой в России компанией, которая совместили потребительский рынок и онлайн-обучение. Мы позволили людям получать знания только потому, что они покупали какие-то продукты питания или же какие-то услуги в магазинах. То есть ты приходишь, покупаешь колбасу, и тебе полностью все эти деньги возвращаются на обучение. То есть твои дети изучают английский язык, стиль, имидж, бизнес только потому, что ты купил какой-то продукт в магазине. После этого мы выиграли международный конкурс, мы стали самым инвестиционно привлекательным проектом года и отучился в акселераторе. После этого мне стало мало, и я подумал, почему бы не только обучаться дать людям, но и еще и развлекаться и учиться. И мы создали первую в России кросс-маркетинговую платформу, личный бонус она называется, и сделали так, чтобы человек, который потратил где-то деньги, он мог их совершенно спокойно вернуть, то есть, но на другие товары либо услуги. Кто знаком с кросс-маркетингом, тот меня понимает. Но не 5%, не 10% кэшбэка, а гораздо больше, то есть до 100%. А в основном это 100%. То есть ты приходишь в ресторан, кушаешь, и тебе полностью все деньги возвращаются в виде других товаров и услуг. То есть тебе предлагается, например, если ты поел на 1000 рублей, ты ничего не получил. Если ты поел на 1500 рублей, то тебе дается сертификат на 1500 рублей, ты его активируешь на площадке, и полностью все эти 1500 рублей тратишь, там идешь массаж, сделал там, пошел... зубы полечил, в ресторан еще сходил. Ну, то есть за счет того, что мы договорились с другими компаниями, они нам давали товары и дают товары и услуги совершенно бесплатно, либо по какой-то спеццене. За счет этого мы сделали данный проект. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Сегодня мы будем говорить о сервисе «Летай бесплатно». Буквально полгода назад я задумался, почему бы не сделать свою собственную авиакомпанию. И так уж получилось, что я попал на мероприятие на одно, называется оно «Атланты». И там выступал Тони Фернандес, это владелец Asia Airlines. Это самая популярная авиакомпания в Азии. Я у него спросил, там было время для вопросов, и говорю: «Тони, скажи, пожалуйста, почему ты до сих пор не сделал авиакомпанию, которая позволяет людям летать совершенно бесплатно? Это же можно сделать». Он говорит: «А как?» Я говорю: «Почему ты не переложил затраты на перелет на отели? То есть таким образом компенсировав перелет и таким образом дать возможность людям совершенно бесплатно летать. Плюс еще различные кросс-маркетинговые цепочки, и это можно сделать совершенно элементарно, как мне казалось». На что он сказал, что это очень крутая идея, и что если мы это реализуем, то он с удовольствием полетит бесплатно. В итоге так уж получилось, что он не поддержал в тот момент проект, но зато его поддержал Евгений Алехин.
который стал сейчас руководителем данного проекта. Я пришел к нему и говорю: Жень, так и так, есть тема, можно просто сделать так, чтобы люди совершенно бесплатно летали в другие страны, чтобы люди не платили кучу денег за перелеты. Он говорит: а как? В итоге он привнес туда определенные свои какие-то фишки, и мы решили сделать эту историю. На сегодняшний день прошло 2 месяца. Чуть больше 2 месяцев, слетало уже около 25 человек, по-моему, даже больше. И так уж получилось, что мы заключили контракты с достаточно сильными игроками. То есть первый контракт у нас был — это Mason Delos. Это сеть ресторанов, самые дорогие в Москве. Это Пушкин, Фаренгейт, Шинок, может быть, знаете. Как это работает? То есть, как это работало, ну, в ресторанах. То есть, ты приходишь в ресторан и кушаешь, если ты поешь на 7000 рублей, тебе дается ваучер, который ты активируешь на площадке letaybesplatno.rf, и ты выбираешь страну и летишь. На сегодняшний день открыто порядка 8, по-моему, стран. Это Германия, Италия, Испания, Словакия, ну, еще страны. Сейчас открыли еще Сочи. И еще что-то, вот буквально на днях еще какую-то страну открыли. То есть ты купил, поел на 10 тысяч рублей, на 7 тысяч рублей, там в каких-то ресторанах было 7 тысяч рублей, в каких-то 10. Тебе дается ваучер, ты его активируешь и летишь. Чтобы вы понимали, до нас самая лучшая, самая эффективная программа лояльности была, по-моему, ну, не буду называть, какой банк, скорее всего, вы даже знаете. Но чтобы улететь в Прагу за 10 тысяч рублей, ребят, нужно было целый, и сейчас тоже она действует, целый год тратить по 120 тысяч рублей ежемесячно. Вы представляете? 120 тысяч рублей ежемесячно по карточке ты должен тратить, и только через год ты полетишь в Прагу и еще заплатишь топливный сбор 4 тысячи рублей. А билет в Прагу 10 тысяч. А мы создали систему, которая позволяет поесть в ресторане и улететь. Еще и прилететь, представьте себе. То есть, и таким образом мы на сегодняшний день сделали хороший MVP. Кто не знает, это минимальный рабочий механизм, который приносит деньги. То есть люди летают. Люди, контракты заключаются. То есть на сегодняшний день это сеть крупнейших там барбершопов, это Mason Dallas, это школа английского языка, это различные там, по-моему, медицинские центры. То есть сейчас у нас есть определенный запрос, чтобы эту историю всю масштабировать. То есть мы поняли то, что это работает и что это может приносить деньги. Но для того, чтобы мы действительно начали зарабатывать на данном проекте, а не просто позволять людям летать совершенно бесплатно, нам нужно выкупать чартеры, нам нужно минимизировать косты, нам нужно делать так, чтобы мы заранее могли выкупать какие-то места, а может быть даже целыми самолетами, и для этого, в принципе, нам нужны деньги. Все очень просто. Вот, поэтому мы обратились на краудинвестинговую площадку. И, кстати, если вы заметили, то буквально за несколько дней мы собрали порядка 300 голосов, ну, вот, что, собственно говоря, очень радует. Там люди месяцами собирают эти голоса, вот, а у нас это получилось сделать за несколько дней. То есть, следовательно, проект интересен. Более того, нас пригласили уже поучаствовать в некоторых конкурсах, очень крупных инвестиционных конкурсах, буквально там на следующей неделе один конкурс и в конце лета. Я думаю, что мы в любом случае эту историю полную взорвем. То есть, ну, вы только представьте, что мы просто сделали то, что до этого не удавалось никому. Просто люди летают бесплатно, просто потому что купили какой-то продукт в ресторане или купили что-то там, абонемент на английский язык. Представляете? Что это для бизнеса? Почему бизнесу это интересно? Вот среди вас есть тоже много бизнесменов, я уверен, и, возможно,
этот маркетинговый инструмент можно и применить и у вас тоже. Как это работает? На сегодняшний день мы продаем вот эти вот ваучеры, которые позволяют летать в Европу туда-обратно, по 3000 рублей. Ну, в зависимости от объема, то есть там 2,5-3 тысячи рублей. Ну, чтобы вы понимали, перелет стоит около 15. То есть в 5 раз дешевле, нежели он стоит, ну, на самом деле, да, если бы человек его купил бы. Значит, мы продаем этот ваучер в компанию. То есть они используют эти ваучеры как маркетинговый инструмент. То есть приблизительно это выглядит так. Вы идете, там, хотите изучать, например, английский язык. И вам говорят, если ты купишь абонемент на один месяц английского языка, там, за 5000 рублей, то ты ничего не получаешь. А если ты покупаешь на 3 месяца абонемент на английский, на обучение английского языка, то ты получаешь ваучер на перелет туда-обратно в Европу. Как ты думаешь, интересно тебе было бы купить на 3 месяца, но при этом по факту все деньги вернуть? То есть, потому что в среднем перелет стоит 15 тысяч. То есть, ты 15 тысяч заплатил за обучение, 15 тысяч ты возвращаешь обратно. Ну, в качестве перелета. Конечно, это интересно. Это увеличивает средний чек. Это увеличивает конверсию. Это создает сумасшедшее сарафанное радио. И таким образом люди привлекаются в бизнес. Бизнес зарабатывает гораздо больше. И мы продаем ваучер по 3000 рублей. У нас контракты с отелями, у нас контракты с различными компаниями, и таким образом мы компенсируем затраты. Все очень просто. Вот. Давайте пробежимся по презентации. Так, есть Болгария, Черногория, круто. Так, давайте пробежимся, что у нас тут в презентации есть. Значит, все видно, всем видно. Ну, то есть, вот здесь вы потом ее, естественно, посмотрите, она есть на сайте, кому нужно, мы ее вышлем, и вы ее посмотрите более подробно. То есть, вот здесь показано, да, поел, полетел, купил кольцо, полетел, там, арендовал лимузин, полетел. То есть, для бизнеса это маркетинговый инструмент, они вшивают эти 3000 рублей в свой средний чек. То есть, да, самый, конечно, лучший чек для бизнеса – это где-то 20 тысяч рублей. То есть, вот это ювелирные магазины, мебель, рестораны какие-то дорогие, там, абонементы, услуги, билеты какие-то на форумы, еще. То есть, там, медицинские услуги. Вот это вот наши самые идеальные клиенты, которые могут пачками покупать эти ваучеры и при определенных чеках давать эти ваучеры. Дальше поехали. Вот. Ну вот, собственно говоря, то, что я говорил, это яркий информационный повод, сарафанное радио, увеличение клиентской базы, мотивация, и, конечно, это сильное конкурентное преимущество. Куда ты пойдешь, изучать английский язык, если для тебя там несколько есть школ, и тебе все равно куда? Конечно, туда, где ты получишь ваучер. Даже если ты не полетишь, ты все равно это работает. Это называется добавочная ценность. Мы зарабатываем на продаже ваучеров и на том, что нам оплачивают отели. У нас контракты с отелями, с ваучерами. И, как вы понимаете, не все летят. То есть, если вы не знаете, то, например, есть бизнес-модели, которые используются на рынке очень часто, например, фитнес-клубы. И они зарабатывают на тех людях, которые не ходят в фитнес. Следовательно, у нас приблизительно та же самая модель. То есть из 100% людей, которые, например, получили эти ваучеры, далеко не все летят, потому что у кого-то там дети, у кого-то еще что-то. Ну, то есть кто-то не смог полететь, у кого-то времени не хватило. То есть и таким образом мы по математике, мы выходим как раз в плюс. Более того, мы разработали систему, которая даже позволит всем летать.
То есть мы ее сейчас внедряем, и мы даже не будем переживать, кто полетел, кто не полетел. Мы просто, люди смогут брать этот ваучер, и конверсия в полет может быть хоть до 100%. Но такого не может быть, как вы понимаете, потому что у всех свои дела. То есть на сегодняшний день конверсия в полет порядка 20%. То есть мы где-то оборот получается около нас около миллиона и рублей. Вылетело где-то 25 человек. То есть ну, продано было ваучеров ну, порядка там, 400, грубо говоря, там, чуть, ну, может быть побольше. 500 где-то может быть. Вот и все. На доп. Услугах. Все правильно. Так, дальше. Следующий слайд. Так, задавайте вопросы. Ваучер, да, ваучеры, ну, у нас сначала были ограничения. Мы ставили, чтобы ты должен вылететь в течение месяца. То есть это по согласованию с компанией, с которой мы заключаем контракт. То есть для кого-то там важно, чтобы они летели там через месяц, для кого-то еще. Ну, то есть мы согласовываем и внедряем ну, там, индивидуальные какие-то правила. На сегодняшний день, на самом деле, ребят, вот инвестиции, конечно, это хорошо. И инвестиции позволят нам сделать, просто минимизировать косты на приобретение тех же самых билетов, то есть выкупать чартеры, сделать приложение, чтобы это было удобно все, и потому что приложение стоит там от 1 000 000 рублей и выше. Чтобы можно было просто открыл приложение, посмотрел, там такая карта будет открываться, ты смотришь, где тебе нужно что-то купить, там, не знаю, стиральную машину, или же сходить в ресторан, или абонемент, там, не знаю, фитнес-клуб, где купить, и чтобы получить бесплатный перелет. Без всяких топливных сборов, без всяких накоплений, там в течение года, как это в банках, эти мили копятся, вообще просто там 5 лет надо копить эти мили, чтобы куда-то полететь, ребят. Ну серьезно, 120 тысяч рублей в месяц надо тратить, чтобы через год полететь в Прагу за 10 тысяч рублей. Это смех. Ну, то есть в этом ключе. У нас есть куча отзывов, есть люди, которые, есть компании достаточно известные. То есть, в принципе, ну, просто сделали все для того, чтобы эта история заработала. А, репортажи на РБК, НТВ, РБК, так это вообще, нам даже не оповестили о том, что будут показывать Женю на РБК. То есть он мне звонит, говорит: Влад, слушай, смотри, там мне позвонили и сказали, что я на РБК. Ну, то есть, если мы за пару месяцев не вышли в минус, люди летают бесплатно, при этом мы еще привлекаем в СМИ, что они снимают, какие мы молодцы, что мы делаем революцию просто в перелетах, то, наверное, это о чем-то говорит. Поэтому здесь можно включаться в эти процессы и с точки зрения инвестиций, с точки зрения команды, с точки зрения представительств. То есть, ребята, у вас у каждого есть ресурсы. С точки зрения клиентов. Ну, то есть, можно разговаривать вообще о разном сотрудничестве. Единственное, что у нас сейчас достаточно много тоже предложений, и мы можем ну, сразу не отвечать. То есть, действительно, как-то очень интересно это получается. Дальше, давайте на вопросы отвечу. Нужно продавать билеты по 5000, если их цена 12. Можно продавать? Нет. Мы продаем их по 3000 рублей, а в объемах по 2500 рублей. Значит, а их цена в среднем по рынку где-то 12-15 тысяч рублей. Вот. Дальше. Какие еще вопросы? Так. Ваучер можно будет активировать только через ваш сервис? Конечно. Только в Европу или по России тоже? Ребят, пока что у нас Европа, но мы планируем открыть и Россию. Ну, то есть мы за 2 месяца, сначала мы начали с 6 стран, сейчас уже 8, и планируем, естественно, расширяться этой историей. Ребят, нам 2 месяца.
За 2 месяца мы уже сделали то, что никто вообще в мире не сделал, понимаете? Конечно, мы будем дальше развиваться, расширяться и все. Тем более полностью операционное управление взял на себя Евгений Алехин, а он достаточно успешный бизнесмен, руководитель, и в этом плане как бы я совершенно не сомневаюсь. То есть моя задача здесь это привлекать сторонние ресурсы, и идейно вдохновлять, и я бы занимаюсь маркетингом, как вы знаете. Я знаю, как это сделать так, чтобы это было глобально. Вылет из Москвы, но будем делать из других городов. То есть у нас уже сегодня уже была заявка уже из Беларуси. В Беларуси хотят сделать, чтобы из Беларуси тоже летали. А потом из Махачкалы, скорее всего, мы сделаем в ближайшее время, чтобы тоже были вылеты. А у нас там филиал просто, и я думаю, что оттуда. Ну, тоже над этим будем работать. Как-то очень странно, что-то не понимаю. Так, откуда вы? У указанных вами клиентов нет информации об акциях на сайте. Ребят, если вы зайдете на наш сайт business.letaybesplatno.rf, то вы увидите там кучу публикаций, скриншотов и все, что с этим связано. Если вы их поищете у них, то вы у них тоже это все увидите. То есть реклама, они информационное обеспечение они делали. Кто ну, действительно настроен ну, сотрудничать и какие-то нужны подтверждения, у нас ну, все договоры есть, все контракты, еще что-то. Ну, то есть мы можем показать эту всю историю. То есть мы совершенно прозрачны, и мы можем эту историю предоставить. Но только не то, что там всем подряд, кто там хочет 100 рублей проинвестировать, это бред. Ну, если это действительно есть какой-то настрой, то мы можем показать всю документацию. Так, вот, кстати, это. Вам нужно только бизнес, владеющий собственным бизнесом. Или есть какая-то сетевая составляющая? Нет, сетевой составляющей здесь нету. Значит, вот вопрос мне пришел, типа, это MLM или нет? Нет, здесь нету сетевой составляющей, потому что, ну, честно говоря, может быть, когда-нибудь мы ее сделаем, но пока что совершенно не до нее, и так все хорошо продается, и мы растем, и очень быстро. Вот. А нам нужны партнеры, нам нужны инвестиции. То есть мы сейчас запустились на краудинвестинговой площадке. Кстати, ребята, вот мы сегодня собрали 300, там уже, по-моему, 15 голосов за несколько дней. А это значит то, что мы уже завтра запускаемся, и вы уже можете поучаствовать в нашем проекте. Ну, вот. И это очень круто, потому что мы сделали это очень быстро. То есть и классно, что нас поддержали многие люди. Как вы будете совмещать? Слушайте, ну, во-первых, Петр, этот Бермуда, рубашки, последняя рубашка была продана уже года 3 назад, а интереснейшая еще раньше. Ну, то есть у вас совершенно старая информация, может быть, просто есть в интернете какие-то хвосты, просто СМИ. Вот, после этого еще куча международный еще проект был, и кросс-маркетинговый проект, и, ну вот куча всего произошло уже после Бермуды и интересненькая.ру. Вот, поэтому обновите информацию где-то. Да. Руслан, ну, мы планируем собрать 3 миллиона. То есть нам нужно порядка 3 миллионов рублей для того, чтобы сделать приложение и начать выкупать чартеры. То есть, по сути, эти затраты уйдут на фот, на людей, на там колл-центр, то есть, ну, на продажников. И, собственно говоря, для того, чтобы масштабировать просто то, что мы делаем сейчас. То есть там то, что Женя делает сейчас там и еще там с 5 людьми. Ну, то есть просто нам нужно это взять и масштабировать, и все. То есть то, что он делает, это работает, люди привлекаются, людям это интересно, контракты заключаются. То есть просто это нужно сделать больше в масштабах, и все. Вот, Ярослав, спасибо.
Тема действительно очень крутая. Ну, тут недавно общался с человеком, он мне говорит: Влад, слушай, а вот у вас там в соцсетях, там вы что-то сегодня пишете, завтра не пишете. И такой, ну, сделал такое небольшое замечание, ну, с улыбкой, по-дружески, ну, что как бы, вот, я говорю, дружище, что значит сегодня мы пишем в соцсетях, завтра мы не пишем в соцсетях? Люди летают бесплатно в Европу. То есть, и мы это сделали совершенно реально. То есть, какая разница, сегодня мы написали, завтра мы не написали что-то там в соцсетях, ну, типа, отчет о пройденном там дне или каких-то там еще моментах. Ну, это бред. То есть, просто у нас нету, ну, рук столько, просто действительно очень много задач, которые нужно решать. Вот и все. Да, конечно. Сергей, ну, наверное, вы не были с самого начала. Да, я сказал, что, конечно, по сумме там ограничения. Ну, то есть в ресторане было от 7 тысяч. То есть выглядело это приблизительно так. То есть вы сидите, поели на 6 тысяч рублей, например, за стол. К вам подходит официант, говорит, вы знаете, если вы еще возьмете бутылочку винца за 2,5 тысячи рублей, скажем, то вы получите ваучер за перелет туда-обратно, ну, перелет туда-обратно в Европу. И, конечно, давайте возьмем. То есть, и то же самое и в других любых других бизнесах. То есть емкость рынка здесь, она огромная. Можно эту историю внедрять куда угодно. В ювелирку, в медицину, повторюсь, там услуги, товары какие-то высокомаржинальные. Туда, где можно вшить 2,5-3 тысячи рублей, вот везде это можно сделать. То есть, ну, где-то можно и в 5 тысяч рублей вшить, где там какой-то воздух, там, не знаю, еще какие-то. Вот сейчас вот мы, например, благотворительным фондом тоже заключили договор, и Анна, ну, раньше у нас с Нагиевым, который, и они будут там, если ты на благотворительность потратил 20 тысяч рублей, то ты получаешь, опять же, ваучер в Европу. А, кстати, даже 10 тысяч рублей ты потратил на благотворительность и полетел в Европу туда-обратно. То есть для них это стимуляция сбыта, чтобы люди давали деньги на благотворительность, а как бы еще, ну, то есть, а для нас это, ну, они нам дают какую-то копеечку с этих продаж, все. Давайте вопросы, ребят. Что те проекты не при... Слушайте, Петр, а на самом деле, ну, там это совершенно, если вам интересно, я могу вам рассказать, но это просто совершенно долгая история. Что касается интересненько, как бы там этот проект был продан, а что касается Бермуды, то это была достаточно большая сеть, и, как вы помните, это был кризис, но и было, конечно, много ошибок. Да, то есть это мне было тогда сколько, 22 года, когда я создал Бермуду и масштабировался, я что-то очень быстро, там буквально за полгода там на 20 городов, но при этом, конечно же, так как я был один и опыта у меня было не особо много, то есть, конечно, были допущены ошибки в основном в материалах, в каких-то там были ткани, там в них было достаточно жарко. То есть, конечно, это все с опытом. То есть каждый проект, он наиболее успешный. То есть там один из проектов, ну, стадион.гуру, вы, наверное, знаете. То есть это международный проект с экспертами из Microsoft, Sony, Disney. Он достаточно успешно работает, мы заключаем крупные контракты. То есть и с каждым проектом все более и более проще делать проекты. И они более глобальны становятся. Тем более повторюсь, что операционное управление как бы идет на Евгения Алехина. Я думаю, что в следующий раз он тоже присоединится к вебинару, расскажет свое видение тоже. Вот, то есть, и, собственно говоря, вы поймете, что можно с нами работать. Да, молодцы ребята, да, развиваются, да. То есть краунд инвестинг, он действительно очень удобен. Вот. Тем более, кстати, ребят, еще очень важно, что для людей, у которых немного денег, там, не знаю, 1000, 2000 рублей, 5000, это же тоже какая-то возможность, потому что есть внутренняя биржа, которая позволяет, вот вы сегодня купили какие-то инвестиционные доли, а завтра вы можете их перепродать дороже. Ну, то есть вы можете на внутренней бирже, на площадке, на Саймаксе перепродавать
эти доли. То есть там в 5 раз, в 10 раз дороже. То есть на 10 тысяч купили, а потом эти доли перепродали за 30 тысяч рублей, когда уже невозможно будет их купить, как вы понимаете. Вот и все. То есть можно и не обязательно там заходить с миллионами рублями, а можно там, по-моему, от 100 рублей можно даже поиграться, проинвестировать. Сколько ваучеров за 2 месяца работы получили люди, воспользовавшиеся услугами партнеров? Виталий, опять же, я говорил это уже сегодня. Значит, вылетело порядка, по-моему, около 30 человек, и конверсия в вылеты составила порядка 20%. Вот считайте. Давайте вопрос. А почему именно билеты на самолет, а не в театр, кино, концерт или любой другой связанный бонус? Слушайте, потому что это круто, правильно сказали. Потому что билеты на концерт это, ну, наша цель вообще данного проекта создать первую в мире онлайн-авиакомпанию. Первую в мире онлайн-авиакомпанию. А не давать билеты на концерт. То есть, как это сделал когда-то Uber, то есть у них нету своих совершенно машин, то же самое здесь. Мы сначала думали сделать авиакомпанию, ну вот именно живую, с самолетами, но потом посмотрели, что в среднем один самолет стоит порядка 6 миллиардов. Вот, и подумали, что зачем мы будем ввязываться в эту историю, если мы просто сделаем онлайн-авиакомпанию, которая будет просто выкупать места на самолетах, и бесплатно люди будут на них летать. Вот и все. И таким образом масштабировать данный проект на весь мир достаточно просто. То есть ту же самую модель мы берем и делаем во всех городах, странах совершенно спокойно. Почему я должен считать? Трудно ответить. Ну, потому что тогда придется мне посчитать. Вот, то есть, ну, посчитайте 30, конверсии 20%. Ну, вот, значит, было роздано где-то, ну, порядка там 400-500 ваучеров. Вот и все. Ну-ка, можно так посчитать. Так, еще какие-то вопросы? Ребят, давайте задавайте вопросы, потому что действительно тема интересная, тема живая, и, наверное, если у вас нет вопросов, то вы что-то не поняли. Ну вот, повторюсь, давайте еще разочек повторюсь для тех, кто не понял. Значит, что мы делаем? Мы создали маркетинговый инструмент для бизнеса, который позволяет людям летать совершенно бесплатно туда-обратно в Европу. Все, что им нужно сделать, это что-то купить у наших партнеров, тех, кто платит нам деньги в размере 2,5-3 тысячи рублей за один ваучер, который позволяет людям лететь в Европу. То есть человек приходит, получает ваучер, купил там курс какой-то или же купил там абонемент в фитнес-клуб, получает ваучер, активирует его на площадке, с ним связывается менеджер, обсуждают страну, и он туда летит. Покупает отель, отель не дороже, чем на букинге, там, может быть, там на пару процентов акваринга. Все. И он летит счастливый, то есть, и потом прилетает обратно и говорит: ребята, блин, вы крутые, я первый раз слетал на самолете бесплатно, и все круто. Вот как это сейчас происходит. Развиваться будем в регионах. Да, конечно, будем в регионах, но просто здесь пока что не паханое поле. То есть, мы постоянно сейчас получаем предложения с регионов, типа, а давайте у нас представительство, давайте у нас. Вот, как я сказал, вот сегодня с Беларуси ребята написали, что они хотят открыть представительство. Вот, не знаю, здесь есть как раз Павел или нет. Павел, отзовись. Ну, вот, пришел на вебинар, нет? Не знаю. То есть, конечно, будем развиваться, но нам для этого нужны люди, нужны деньги. То есть на сегодняшний день, вот там
прибыль компании, она не настолько большая. То есть мы создали условия для того, чтобы люди летали, и сделали вау-эффект. То есть, ну, для того, чтобы нам действительно начать зарабатывать хорошие деньги, нам нужно выкупать, начать чартеры и минимизировать различные косты за счет того, чтобы заранее делать какие-то вещи. Вот и все. Как мы только это делаем, мы сразу начинаем зарабатывать. Просто вот и все. Да, возможно стать представителем, ну, на каких-то условиях. Я думаю, что будут какие-то финансовые условия. Ну, если вы, тем более, ну, вы, если вы являетесь инвестором, то, скорее всего, вы можете стать представителем. Проблем нет. Один ваучер активируется и получаете, ну, натуральные билеты туда и обратно, да. Так. Да, направление Константин тоже можно выбрать, то есть можно на сегодняшний день 8 направлений у нас, 8 стран. То есть это Германия, Словакия, Италия, Кипр, Испания, еще какие-то Сочи вот открыли недавно. Да. Друзья, смотрите, я сейчас попрошу Евгения, ну, различные, да, вот Facebook, ВК, то есть вот он выслал как раз его координаты. Ребят, я вас прошу, есть ли какие-то вопросы, если есть какой-то интерес, вот напишите, пожалуйста, Евгению, он вышлет вам всю информацию, которая вас интересует, вы поймете, что вся эта история совершенно прозрачная и достаточно крутая. Вот, кто не смотрел видеоролики с РБК и с НТВ, обязательно посмотрите, там тоже подробно все рассказывают, как это работает и каким образом это все, там, при, ну, за счет чего идет заработок. Вот. Сейчас на рынке я не знаю таких проектов, которые вот, делают такие революции, при этом то, что это не идея, а это уже рабочий проект, который уже люди летают, бизнесы зарабатывают, повышают средний чек, то есть все счастливы, все довольны. Вот, поэтому, ребят, принимайте решение. Я думаю, что любое решение ваше – это правильное решение, и потому что оно ваше. Вот, ну и если будут какие-то ко мне вопросы, то я тоже с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Спасибо большое. Давайте, до новых встреч. Реферальная программа с точки зрения инвестиций не предусмотрена. Ну, то есть мы не переживаем, что мы привлечем инвестиции, то есть и у нас, ну, нету такой реферальной программы. Но с точки зрения привлечения клиентов, то есть мы готовы, как бы, да, обсуждать историю. Да. Давайте, есть вопросы еще? Конечно, Сергей, есть все. Все, что нужно для того, чтобы вы поняли, что это круто, есть все. Все, ребят, давайте, пока-пока.